ввиду выхода нашей команды Оренбург в премьер-лигу проводится масштабная реконструкция стадиона «Газовик». В настоящее время готовы 3 трибуны, 4-я стадии строительства. Полностью проданы билеты в настоящий момент на 6200 посадочных мест. В связи с таким большим количеством болельщиков возникает потребность организации дополнительных парковочных мест. Выполнил работы по обустройству новых стоянок. Это стоянка на улице Газпромовская на 125 мест, стоянка перед спорткомплексом «Юбилейный», стоянка с двух сторон на улице Цветной, бульвар. Для болельщиков команды соперника оборудована стоянка на улице Садовое кольцо на 100 мест. Будет усилена работа маршрута 56. Далее отдельно хочу обратить внимание как раз-таки на резервные стоянки, о которых было сказано ранее. Для того, чтобы доставить пассажиров, болельщиков с этих резервных стоянок до стадиона, организовывается дополнительный маршрут, который будет курсировать по кольцу. Красными стрелками показано трасса движения данного маршрута. Дополнительные маршруты, которые для доставки людей с личного транспорта, будут оснащены вот такой вот табличкой на лобовом стекле. Соответственно, те, кто видит автобус вот с такой табличкой, они могут смело в него садиться, он их довезет до остановки, которая в непосредственной близости к стадиону расположена. Вот. Далее, по окончании матча, как уже также было ранее сказано, будут резервные машины запланированы на улицах Зарянки и Раздольной, маршрутов 56, 67 и 61. Будут перекрыты близлежащие у нас улицы. Это улицы в районе Николаева, от 47 до 63 дома. Это Садовое кольцо от перекрестка Воскресенской до Газпромовской и Цветной бульвар от Садового кольца до Березовой Ростыши. Ну, поэтому заранее людям необходимо все предусмотреть, кто проживает на данных улицах. Все необходимые дорожные знаки также заготовлены, будут выставлены заранее дорожные знаки, где будут парковки указаны и где места, так сказать, будут также указаны, установлены сегодня указатели, где необходимо как попасть на ту или иную парковку.